Итак, сказка. Для тех, кто хочет получить под Новый год игрушки. Ну что, мальчики, девочки? А давайте посмотрим туда, где много игрушек. Есть такой город Магнитогорск, есть местечко на севере. А как туда доехать-то? Да просто по Советской до Вокзальной, там в сторону озера Соленое. Едем до поворота направо и отправляем сюда всех родственников. Да потому что здесь игрушки. Ну что, господа, скоро Новый год. И господа, и госпожи, и все остальные товарищи и товарки. Дело в чем заключается, а перед Новым годом лучше всего подарить ребеночку что-нибудь красивенькое. Но чтобы вам подарить что-нибудь красивенькое, куда необходимо приехать, мы вам рекомендуем приехать в фирму Орион. Вот сюда приезжаете, вот, и здесь уже очень много чего покупаете. Ну так посмотрите внимательно сами. Магазин Орион — это лучший центр для игр. Мало того, что цены здесь ниже, чем где-либо, так и рыбоньки-то наши для вас в этом центре и в пору Нового года за совсем-то и недорого, и много чего и в раз. И вообще я не понимаю. Новый год — это детский праздник. Так вот, вам куда надо отправлять и мам, и пап, и дедушек, и бабушек, и дядь, и тетя, и все, кто придет, так вам, ибо это место для игр, и это здесь. Вот в прошлом случае в сюжете мы немножко рассказали о вот этих вот куколках. Не маленькие такие, здоровенькие куколки. Примерно ростом с моего сына. Вот. А сегодняшний сюжет же предновогодний, да? Так вот, не только Новый год для детей. Я, честно говоря, не знаю, как вот и кому подарить вот такое животное. Ростом, примерно, наверное, как я. И цена вопроса. 2000 рублей. Наверняка это все-таки для вашего создания, которое скоро сделает для вас детишек. Потому что вот для кого еще такая вещь-то нужна? А если подняться вон туда, посмотрите, там еще и покруче, чем я. Есть вещи такие в наличии, и цена тоже 2000 рублей. А посмотрите сколько. А посмотрите, в каком количестве. А посмотрите качество. И, естественно, сколько всего-то есть. И вообще, дети, кто не понимает праздника, без этого праздник не праздник. А я специально так подошел. Дело в том, что вот этих вот игрушек здесь не просто много, здесь их очень много. При этом я понимаю, что это все-таки на праздник. Потому как Новый год без супер-мега-игрушки — это вообще неправильно. А если это мега-игрушка имеет еще такую штуку, блин, опять она здоровая, видите, написано, любовь, тоже клево, я бы с удовольствием получил, если был бы ребенком, вот, ну и поскольку девушки — это тоже предмет нашего обожаемого внимания, то вот посмотрите, не знаю как, вот этот вот цвет головы передать, не знаю, это что-то новенькое, да? Но зато здесь можно постоянно красить ноготочки. Которые светятся в темноте, а там еще много чего светящегося. А как с мохнатками-то? И они-то есть, и давайте к нам, и быстро! И все-таки это вещь, и все-таки это необходимо купить. И даже если вы пойдете, ну, к примеру, к человеку чуть-чуть более взрослому, чем ваша пачерица, там, дочь и все остальное. Потому как вот принесли такое, а лучше несколько таких, подарили. Вот. И потом, в случае чего, будет где поспать. Ну, это для папы, для мам, естественно. Ну, пусть спят, когда мы их замучаем. А мучить-то чем? А это есть, и этого много, и хочу этого, и сильно таки хочу. А я специально в день, когда мы готовимся и будем праздновать Новый год, не тащу вас туда, где мне это больше всего необходимо, где машинки тащиться. Потому что мой ребенок очень-очень хочет заняться всем, чем угодно, и это ему позволит сделать моя супруга, потому что я ей сегодня сказал, бери сегодня вот все, что вот здесь вот, для развития моего ребенка. Потому что 2 года и 10 месяцев, пора уже развиваться. Пора понимать, что не только машинки тебе нужны. Пора понимать, что есть конструктора. Причем очень серьезные конструктора. А есть еще и вот такие многоходительные вещи, гладиаторы. А есть еще и ниндзя, а есть еще и... Я даже не знаю, чего такого. Потому как в моем мозгу, в котором всего такого-то нет, и это мозг человека за 40,
И я просто представить себе не могу в количестве такого и в качестве. Мы как-то в прошлом своем сюжете недорассказали о том, что здесь за вещи под названием пазлы. Так вот, пазлов здесь не просто много, здесь вагон и маленькая тележка этих пазлов. Если брать пазл вот отсюда, то от 60 рублей при этом, ну, 160 штучков, кстати, надо купить. Потому как большие пазлы, сын говорит, собери. А я не могу ему собрать, потому что у самого мозгов не хватает, если честно. Представляете? Вот 1000 пазлов, а тут есть еще 2000 пазлов. Так сколько мне их собирать-то? Это не просто 5 минут, это более чем 5 минут. Ну и, естественно, мне необходимо вам сказать, что в 2 года и 10 месяцев мой ребенок практически полностью плавает. Это благодаря нашим детишкам, которые учатся вместе с нашими специалистами, которые занимаются этими делами вместе, где? Там, где все купаются, естественно. Так вот, я ему сразу объясняю, что вот это все в скором времени будет у тебя. То есть, когда мы поедем в мою голову немножко на место ставить, у него будет чем заняться. Да, а заняться-то есть чем. И вы будете это делать, и не только дома. Да потому как много чего для улицы. И подождем знойных деньков зимы нашей. И покатаемся. И порысачим, и в снегу-то. А как оно? Если брать во внимание ассортимент, который за моей спиной, и ассортимент, который я сейчас подойду, дело в том, что все это для чего? Для того, чтобы ваш маленький ребенок почувствовал себя чуть-чуть лучше. Вот. А то, что находится здесь, вот здесь вот, я, наверное, возьму. Сори, ребята, но такие вещи мне нужны. Может быть, и вам. Но вы поняли, как сюда проехать? Не поняли? Повтор. Место с играми самыми дешевыми, и это здесь. И много-то их, и как сюда проехать-то? Срочно папа, мам с переднего сиденья, ну или к папе или маме вперед. Я по-другому-то не могу. По Советской и до вокзала, по вокзальной, до поворота напротив складов. И туда направо, в третий заход, и не тырьтесь по игрушкам, да потому что в Орионе и дешевле, и выбора больше. А вот посмотрите, 2 года и 9 месяцев. 2 года и 9 месяцев, очередной мотоцикл, 2 супер-мега машинки, при этом это машинки, естественно, Урал, пограничные войска и строй авто. Вот. И вот то, что хотела взять моя супруга. Я девушке как-то объяснил, что на 10 тысяч здесь товаров взять невозможно. В итоге и не набрали на 10 тысяч.